Крупная авария произошла сегодня днем на улице Мусина. По предварительной версии, Мазда на высокой скорости протаранила Шкоду Октавия. От удара японская иномарка перевернулась на бок. Пострадавшего водителя кроссовера срочно госпитализировали. Как заподозрили очевидцы, мужчина был сильно пьян. Детали происшествия у Нафисы Минязовой. Сразу после аварии на место прибежали многочисленные очевидцы. Люди, не дожидаясь спасателей, попытались вернуть автомобиль в горизонтальное положение. На тот момент они опасались за здоровье водителя. У него, получается, голову зажало, вот выбившее стекло. Свидетели тут подбежал народ, мы его отжимали машину от земли, чтобы ему как раз вот эти стекла висок давили. И этот отжимали, а потом машина, свидетель там тоже ДТП был, он дернул машину, чтобы машину поднять. По рассказам очевидцев, у водителя была серьезная травма головы и кровоподтеки. После того, как его достали из машины, он периодически терял сознание. Мужчину госпитализировала прибывшая на место бригада медиков. Выяснились и другие подробности его состояния. Ну, он нет, пьяный был сильно. Вот. Пьяный? Да, прям неадекватно. Не стоят на ногах. По предварительной версии, автомобиль Mazda на высокой скорости протаранил автомобиль Шкода Октавия, после чего перевернулся на бок. Водитель чешской иномарки только-только выехал с парковки и встал на светофоре. В последнем метре, наверное, в зеркало заднего вида увидел, да, что уже никуда не мог идти. В момент аварии в салоне чешской иномарки находился ребенок, однако, по словам водителя, обошлось без травм. Нафиса Минязова, Айрат Назибов, Адель Мулахметов, вызов 112.